Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами оригинальной интерпретацией всеми любимых бутербродов со шпротами. Получается очень вкусно, классически, но в то же время подача эффектная. Для приготовления этой закуски понадобится вот такой тостовый хлеб. Но я думаю, многие его знают. Продается в свободном доступе и в Пятерочке, и в Магните. Беру квадратик хлеба и прохожусь по нему скалочкой. Раскатываю, чтобы этот пластик стал эластичным. Разрезаю этот квадратик на два треугольника. И теперь нам понадобится зубочистка. Нужно свернуть каждый треугольник в очень красивую вазочку. Ну, получится своеобразная стопка, тарталетка, в принципе, кто как называет. И таким же образом я поступаю со всеми другими квадратиками хлеба, также раскатываю, нарезаю на треугольнички и скрепляю зубочистками. Вот такое количество стопочек у меня получилось. Я ставлю их на противень и отправляю в духовку примерно минут на 10 при температуре 180 градусов, чтобы они у нас слегка поджарились и уже лучше держали свою форму. Далее готовлю стандартную начинку. Я натираю 2 плавленных сырка и 1 маленький кусочек обычного российского сыра. На мелкой терке натираю 1 зубчик чеснока, чтобы наша закуска была более пикантная. В полученную сырную массу я добавляю примерно 2 ложки майонеза и все тщательно перемешиваю, чтобы консистенция получилась однородная. Пока готовила начинку, мои стаканчики уже успели подрумяниться, я их остудила и теперь приступаю к наполнению. Конечно, вот этот процесс нужно производить более аккуратно. Для этих целей можно взять, например, маленькую ложечку. Ну а если натереть сыр на мелкой терке, получится более податливая текстура, и тогда можно переложить сырную массу, например, в кондитерский мешок и уже более аккуратно наполнять. Ну и таким образом я продолжаю наполнять все стаканчики, и посмотрите, как эффектно смотрятся они на сланцевом блюде из фикс-прайса. До сих пор у меня живы, и вот для таких застолий они подходят лучше всего, эффектно смотрятся на праздничном столе. Теперь в каждый стаканчик я помещаю по одной рыбке шпроты. Рыбки, конечно, должны быть маленькие, чтобы все смотрелось аккуратненько. И нужно вот так вот слегка туда вдавливать рыбку, чтобы она хорошо держалась. Теперь к каждой рыбке я вставляю по дольке огурца. У меня был соленый огурец. Также при желании можно заменить и свежим огурцом. Можно добавить тоненькую соломку, например, красного или же желтого перца. И тогда будет смотреться еще эффектнее. Ну и еще добавляю по веточке укропа, также сюда хорошо впишется и зеленый лук, только нужно будет нарезать длинными перышками, чтобы также смотрелось красиво. Закуска получилась оригинальной по подаче, при этом это классический рецепт, проверенный годами. Мне понравился такой вариант подачи, и в принципе, используя вот этот тостовый хлеб, можно придумать множество разных закусок и начинять и икрой, имитации икры, делать какие-то
какие-то крабовые начинки, полет фантазии большой.